Добрый день, дорогие друзья! Собралась на прогулку. В общем, пока я собиралась, пошел дождь. И такой не легенький дождичек, а такой хороший дождик. И я решила остаться дома. Ну, а ежели я осталась дома, то почему бы нам не поболтать? Ну, и вы меня спрашивали, как я ухаживаю за волосами. Чем я их крашу? Значит, мой уход за волосами. Я уже снимала подобные видео. Ну, раз вам интересно, почему бы нет, я с удовольствием сниму еще. Итак, сегодня я красила волосы. Я не знаю, насколько передает эта камера этот цвет. Но цвет вот такой. Сейчас. О! Вот такой цвет, надеюсь, что прочитали. Значит, называется он перлинный блонд, жемчужный блонд. Жемчужный блонд и краска вот, мальва. Вот такой краской я пользуюсь. И я не всегда пользуюсь одной и той же краской. Вот сегодня я покрасила волосы вот этой краской. Чаще всего я пользуюсь тоже мальвой, только, как она называется у меня, натуральный русый. В общем, вот такая красочка, которой я пользуюсь регулярно. Не заморачиваюсь насчет оттенков, я же говорю. Сегодня у меня жемчужный блонд, через 10 дней у меня будет натуральный русый и так далее. То есть... Для меня это вообще не проблема. Для меня это не проблема. Значит, купила недавно расческу, хотя она такая же, как... Так, это, да. Вот у меня такие расчески огромные, да? Вот такие. Я очень люблю такие большущие расчески с редкими большими зубцами. Вот, а недавно купила себе еще вот такую расчесочку. Вот они вообще одинаковые, почти одинаковые, но все-таки вот это более редкие зубцы. И мне это очень нравится. И здесь еще надпись какая-то. Вот, вообще я люблю покупать расчески, мне это нравится. Особенно люблю такие огромные и с хвостами. Это вообще, я уже показывала у меня, сколько их там, штуки 4, вот это, по-моему, уже 5-я, но вот это новенькая. Ну, я ее уже пользуюсь дней 5. Я забыла ее показать просто в видео. Так, что тут еще у меня? Чем я еще ухаживаю за волосами? Фен у меня есть. Феном сушу. Вот посушила волосы феном. Немножко побрызгала. Совершенно не тем, чем надо. Просто взяла эйвонский. Тут уже... Вот такой вот, что это? Ну, в общем, маслица, двухфазник. Маслица там и какая-то еще жидкость. Просто взяла, набрызгала на хвост. И уже, когда я набрызгала на хвост, чтобы он не был таким, знаете ли, сухим очень, я уже взяла вот такую вот расчесочку с редкими зубчиками и расчесала вот это вот слегка набрызганное маслице, и хвост приобрел такой приличный вид. Он уже не сухой, а как раз такой хороший, вполне в меру блестящий. Вот, это... Ну, это вот такой вот у меня уход, можно сказать, ежедневный. Больше никаких заморочек. Насчет челки. Челку я стригу жуткими ножницами, какими попало. Вот... Вот такие у меня ножницы. Вот такими стригу. У меня нет нормальных ножниц. Вообще у нас как-то с ножницами напряженка. Нужно будет сходить в профессиональный какой-то магазин и там приобрести нормальные ножницы. И нормально стричь челку. Есть у меня еще одни ножницы. Я вам сейчас их покажу. Вот такие у меня ножнички есть. Я ими не часто пользуюсь, но... Иногда пользуюсь. Видите, они
прорежают. Но я давно не прорежала челку, еще с лета, по-моему. Не хотелось, нет желания. Ну так, пока мне нравится. Вот. Это, наверное, все, что я хотела сказать об уходе за волосами. Еще могу сказать, что у меня очень много... Сейчас. У меня очень много разных резиночек для волос. Такие. Ой, ну, правда, они в таком не очень приличном виде. Вот, ну, в общем, очень много. И еще целый мешок разных резиночек для волос. И я ими пользуюсь под настроение. Ну, когда какое настроение, тогда и пользуюсь. Так. Дальше. О волосах, наверное, все. Ну, так закручиваю хвостик, мне так удобно, мне так нравится. Ничего особенного. Духи. Сегодня на мне вот эти духи. Вот, я ими чуть-чуть один раз брызнулась, но я люблю много. Поэтому я еще раз это дело повторю. Вот такой кошмар, да. Вот так. Ой. Так, дальше. Надела сегодня подвесочку доллар. Вот, просто захотелось. Почему еще захотелось мне ее надеть? Потому что у меня сегодня зеленые серьги с хризопразом. Вот. Немножечко подвела глаза зеленым карандашом. Чуть-чуточку совершенно, чтобы какой-то оттеночек придала. Вот прям по краешку здесь. Не знаю, видно или нет. Я такое очень редко делаю. Обычно я просто чуть-чуть оттеняю глаза. И все. И больше никаких подводок. Только по краю сюда черненьким чуть-чуть оттеняю вот здесь. А сегодня вот захотелось в тон серьгам. Вот, что еще хотела сказать. Буду сейчас обновлять маникюр. Вчера пообстригала, вот все обработала, а сегодня буду уже менять наконец-то лак. Вот этот хочу. Вот этот лак хочу. Наверное, все. Такое маленькое видео. Ну, все. А, и еще хочу сказать, что я все-таки сбросила 3 килограмма. 3 килограмма сбросила, это круто. Ну, сразу я сбросила 2, чуть больше 2, когда болела. И потом я как села на диету, я до сих пор сижу на диете, не позволяю себе расслабиться, я не ем своего любимого сливочного масла, я не ем хлеб, вместо хлеба я ем хлебцы, и то в малом количестве. Что я еще? Я не ем жареного, я не ем жирного. И в итоге, в общем, я сбросила вот 3 килограмма за 1,5 месяца. Ну, сразу 2, а потом килограмм еще. Не так просто, конечно, и не так быстро. Я хожу немножечко голодная. Я не позволяю себе переедать, даже в какой-то степени не доедаю. Но только таким образом можно сбросить вес. Вот никакая физкультура... Я не знаю, ну, мне во всяком случае не помогает. Мне помогает только то, что я меньше ем. Меньше ем, не ем жирного, и не ем жареного, и не ем хлеба. Вот так держусь пока, не знаю, посмотрим. Пока-пока!